Здравствуйте, меня зовут Анастасия Куликова. В этом видео мы сделаем красивый летний ободок с маками канзаши. Из квадрата атласной ленты шириной 5 см сделаем круглый плоский лепесток канзаши. Из 6 таких лепестков сделаем мак канзаши. Приклеим пушистую серединку. Смотрите ее мастер-класс, нажав на картинку внизу экрана. Украсим ободок, оплетенный одной лентой 9 цветами. Вот такой летний красивый ободочек у нас получился. Спасибо вам за просмотр и творческих успехов. Оценивайте видео, а также пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоуроки. До скорых встреч!